Снег и штормовое попереджение обвешено у Могилевской области. У Вугули на дворе на этом тыдне будет неустойливым от плюсовых температур у день до минуса у ночи. У Могилева облгидромете прогнозуют, что дённые короткочасовые опадки, а на проконце тыдня – похолодание. Мокрый снег, золь и туманность. Характер надворья в ближайшие дни, прогнозуют синоптики, значно не изменится. Дённые температуры будут вагаться от минус 2 до плюс 3, у ночи от минус 2 до минус 7. У полночных районах в области слупки термометров могут опускаться до минус 10 градусов. У ночи 10 листопада обвешано штормовое попереджение. На территории в области чекают мощные опадки у выгляде дождю и мокрого снега. В субботе температурный фон еще несколько понизится. Минимальные ночные температуры в некоторых районах области будут понижаться до минус 9, минус 13 градусов. А максимальные дневные не будут превышать отметку 0, минус 5. градусов. Ну, из явлений погоды сохранятся такие, как гололедица на дорогах, гололед, местами туман. Не аномально холодный, не аномально теплый. Другая и третья декада листопада прогнозуется у межах климатичной нормы, как по температурным фоне, так и по опадках. Але минус на дворы и календарь нагадывают – зима худка. Катерина Балукова, Виталь Вобсил, новини регіон.